Всем огромный привет, дорогие мои подписчики! Сегодня я решила снять видео о украшениях в наличии. И немножко такая предыстория. Все лето, начиная с весны, я сотрудничаю с крупным свадебным салоном из моего города и делаю украшения для невест. И в первую очередь я хочу сегодня показать именно эти украшения. Как мне кажется, они всегда актуальны, всегда невесты хотят выглядеть интересно. И еще один такой хороший бонус. Если у вас, например, более-менее простое платье, ну, вы понимаете, да, что бывают прям пышные, огромные, роскошные, расшитые платья. И бывает платье попроще. Например, на мой вкус платья мне нравятся более простые, но... Мне нравится, когда украшения на невестах очень изящные и подчеркивают именно красоту и волос, и прически, и самого образа. То есть, имея небольшой бюджет свадебный на платье, можно дополнить шикарными украшениями, и в целом образ будет просто великолепный. И сегодня я хочу вот вам показать, что у меня сейчас есть в наличии, потому что буквально после съемки этого видео я поеду в салон отвозить уже готовые изделия. Итак, первое, что я сделала, это вот такая вот модель ободочков. Мастер-класс на такие ободки у меня есть на моем канале. Ссылочку я оставлю вот здесь. Можно будет запросто сделать самому такой ободок, либо в подарок для своей подруги на свадьбу, ну или себе. Вот, вот такая вот моделька, очень интересная. Здесь и жемчужины, и кристаллы, и хрустальные бусинки, и рандели, и вот такие вот бриолетты. Вот такой вот красивый ободок. К нему я сделала браслет. Ну, вообще браслеты я никогда не делала. Это одна девушка решила заказать веточку в прическу, сережки, и ей понадобился браслет. Ну вот, я так подумала, как же можно его сделать. Это обычная вот такая вот тоненькая веточка. Здесь у нас соединительная цепочка, вот эта удлинительная, ну, потому что я не знаю точный размер ее руки. И как бы с помощью соединительной цепочки можно будет подобрать от самого маленького размера до приличного такого. И вот здесь у меня пока нет замочка, крабика, я сейчас жду поступления. И сразу приделаю, здесь будет обычный такой замочек, как крабиком. Вот. Далее, что я сделала? Также можно к этому комплекту вот такие вот серьги. Кто не хочет веточку, можно вот такие вот серьги красивые подобрать к этому ободку. Потому что здесь бусины, они все перекликаются. И стразы, и бриолеты, и вот такие вот жемчужинки. То есть вот такие вот сережечки. Я сделала именно к вот этому ободку. Здесь английский замочек, посеребренная швенза. Вот такие вот красивые. Переливаются просто нереально. Особенно в искусственном свете будут смотреться бомбически. Ну, еще и на солнце, конечно. Потому что сейчас лето, еще лето. У нас август радует нас хорошей погодкой, поэтому свадьбы играть. У меня у самой была свадьба в августе. Вот, было очень жарко. И вот сентябрь и еще, наверное, середина октября, если солнечное, теплое, то сезон свадеб немножко продлевается, потому что зимой как-то все это поскромнее происходит, нежели в теплое время года. Вот такие сережечки. Также к этим сережкам я делала веточку комплектом. Вот такую вот. Она небольшая, но также по материалам она перекликается с этими сережками. Единственное, что вот в сережках здесь вот добавлены две жемчужинки, а в веточке уже жемчужинок нет. Но также есть стразы, бриолеты, хрустальные бусинки. В общем, если есть желание сделать прическу такой вот минималистической, там пучок, либо просто добавить такую небольшую веточку и одеть уже более роскошные сережки, то вот этот вариант идеально подходит.
Так, уже здесь у меня скапливается только сережки вот этими веточками внутрь, к лицу. Вот так вот они должны одеваться. Вот, и вот такая вот веточка к ним. То есть здесь можно комплекты собирать. В принципе, я использую одни и те же бусины во всех, только дизайн украшений меняется. И меняется расположение этих бусин. Сильно короны, вот жемчуг, почему-то вот наши невесты с нашего города не очень любят. Поэтому хозяйка салона мне говорит, в каких цветах, какие модели и какие бусинки использовать. Вот в основном это прозрачные граненые бусины и немножко такие молочные, полупрозрачные, ну, немножко жемчуга, потому что здесь, видите, не сильно много его. Вот так вот. И еще один очень красивый ободочек я сделала. Мне захотелось поработать немножко с бисером. И я сплела вот такой красивый ободок. Смотрите, с бисерными веточками. То есть здесь вот петельки из белого бисера, он прозрачный, а серединка прокрашена белым. И эффект получается не воскового такого бисера белого, непрозрачного, а эффекта воздушности. Вот такой красивый ободочек. И вот эти вот бусинки здесь я использовала молочные, непрозрачные. То есть добавила больше цвета, именно вот белого. Возможно, кому-то вот он приглянется. Кто-то хочет немножко посвободнее, да? Потому что отлично подойдет к простому такому платью, простого кроя белому. И кто вот любит природную тему, да, тоже прекрасно подойдет, потому что здесь вот эти вот веточки, как будто какой-то природный мотив. Вот так, следующий комплект, который я сделала, он состоит из веточки и двух серег. Так, веточка у нас вот такая. Она уже подлиннее предыдущей. Если предыдущая была совсем маленькая веточка, то это уже такая вот средненькая, можно сказать. И мне очень понравилось сделать ее немножко такой повоздушнее и добавить вот такие вот маленькие хрустальные капельки на концах веточки, чтобы придать такой ей воздушный вид. И к этой веточке я сделала маленькие минималистичные сережки, тоже в технике плетения. Все бусинки перекликаются с нашей веточкой. Вот такие сережечки. И здесь тоже на концах вот эти вот маленькие хрустальные капельки, которые у нас на концах вот этих веточек. На самом деле, вот изготовление украшений для невест, здесь такой полет фантазии можно применить. Вот все, что угодно. Меняя просто форму и расположение бусин, можно сделать много очень красивых моделей. Вот такой вот комплектик. Кто любит попроще, не любит сильно украшений, ну, в основном это невесты, у которых более шикарные платья, которые привлекают к себе внимание, то украшения в большинстве случаев они выбирают именно такие нейтральные, которые не отвлекают на себя внимание. Поэтому такие тоже я делаю. И еще у меня есть один шикарный очень комплект, который мне нравится безумно. Вот это из другой уже тематики, что когда хочется вот шика, роскоши, что-то необычное, красивое, запоминающееся, сделать именно в украшениях. Но тогда платье, говорю, надо покупать более классического такого вида и не сильно пышное. Потому что если и украшения шикарные, и платье шикарное, ну, это смотрится уже несуразно и как-то аляписто. Кто со мной согласен, напишите в комментариях. Вот, это вот такая веточка. Я прямо ее вот так вот сейчас положу. Выполнена она из жемчуга, такой каплевидной формы, жемчужных бусинок и вот таких красивых листочков,
Это скелетная техника, это настоящие листочки, которые прошли специальную обработку, убрался весь вот этот живой биоматериал, можно так сказать, с листочка. Остался только скелет листочка, который обрабатывается, сохраняет свою форму, рисунок, но уже не такой ломкий, как вот обычные сухие листики. Вот такая вот веточка. Очень шикарная. Мне вот это очень нравится. Я прям в восторге от вот этой модели. И к ней не менее шикарные сережки. Тоже с листочками. Посмотрите, какая красота. Это просто нереально. Вот я когда делала этот комплект, я так любовалась на него, так волновалась тоже в то же время, что может не получиться так, как я задумала. Но все получилось. Посмотрите, какие серьги. Они невесомые за счет вот этих листиков. И, конечно, вот эта вот веточка, так же, как и на веточке вот этой основной, вот эти маленькие ответвления. Вот здесь она абсолютно такая же, как и вот здесь. Поэтому смотрится невероятно. Я надеюсь, что хозяйке все понравится. Вот. И невестам тоже. Очень красиво, очень. Вот такой вот небольшой обзорчик у меня сегодня получился по свадебным украшениям. Если вам было интересно, ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я всегда всех рада видеть на своем канале. Желаю вам всего самого хорошего, доброго, теплых летних деньков. И хорошего настроения, самое главное. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.